Добрый день еще раз. Я Наталья Лигачева, шеф-редактор портала «Детектор Медиа» и глава общественной организации «Детектор Медиа». Раньше мы были телекритикой, и, собственно, я создала проект «Телекритика» в 2001 году, и он родился из колонки моей телевизионной «Теленеделя» с Натальей Лигачевой в газете «День». То есть, собственно говоря, вся моя основная такая профессиональная жизнь — это телекритика, медиакритика как таковая, да, с 2001 года собственный проект, с 1997 года я начала писать эти свои колонки телекритические. До этого в Украине никто этого не делал, в принципе, я была первой, а родилась эта идея у редактора газеты «День» на тот момент, Ларисы Ившиной, она была моей подругой университетской. Поскольку до этого я работала на телевидении, то она вот говорила: я хочу, чтобы у нас была своя Ирина Петровская. А Ирина Петровская в это время уже в «Известиях» вела свою колонку. По-моему, она так и называлась тоже, «Теленеделя» с Ириной Петровской, если я не ошибаюсь, но, может быть, ошибаюсь. И вот в какой-то момент я начала этим заниматься. А до этого я работала на телевидении, потом я работала в «Киевских ведомостях», потом я работала в «Зеркале недели», и потом в газете «День», и в журнале «Натали». Ну, то есть я это рассказываю вам для того, чтобы вы понимали спектр, да, моего участия в тех процессах, которые были в украинской журналистике. Поскольку тема моей лекции — это эволюция медиаспильноты, то я постараюсь рассказать о том, как мы действительно эволюционировали, к чему мы, от чего мы отталкивались и к чему мы шли. Ну, на мой взгляд, нужно говорить, конечно же, со времен еще советской журналистики немного, да, и каким образом рождалась уже журналистика Украины независимой, и каким образом это сделала сами журналисты украинские. Ну, нужно сказать, что я оказалась в журналистике уже после университета с 1984 года, но работала в отделе социологических исследований Гостелерадио, а с 1987 года я работала непосредственно уже на УТ-1 в редакции кинопрограмм. И могу свидетельствовать, что уже в советское время, в общем-то, таких охранительных традиций среди самих украинских журналистов, вот поклонников там Советского Союза, да, там, вот, не было. В общем-то, я с такими не встречалась, да, то есть все журналисты были достаточно продвинутыми, достаточно критично оценивающими то, что происходит в Советском Союзе, но тем более, что уже в это время началась перестройка в 1985 году, да, то есть все были поклонниками перестройки, все, конечно, смотрели съезды демократические, то еще коммунистической партии, которые происходили. И в Украине это было интересно тем, что было как бы две волны. Одну из них, например, представляла я, и во многом, ну, многие мои тоже коллеги, которые прежде всего волновало демократические преобразования, да, в Советском Союзе. И была часть журналистов, которая, конечно же, затем они были опорой народного руха, то есть для них было основное — это независимость Украины. Вот я, например, не принадлежала к тем, кто в то время был озабочен именно независимостью Украины, да, то есть для меня было основное — это демократизация Советского Союза. Там кумир был Горбачев. Мы, конечно, все смотрели «Взгляд». И я работала на одном этаже, я работала в редакции кинопрограмм, а с нами рядом была молодежка тогда еще советского УТ-1, где вот рождалась программа «ГАРД», которую вел в том числе и Саша Ткаченко, Александр Ткаченко, который сейчас министр культуры, да, и Вадим Бойко, самый известный журналист, который погиб в 1992 году не при выясненных обстоятельствах. И мы шли тогда к началу 90-х годов, когда, собственно говоря, уже зародилась украинская независимость, прежде всего через неприятие советской пропаганды,
советской журналистики. То есть вот случается украинская независимость, да, рождается, начинает рождаться новая украинская журналистика. Но нельзя сказать, что вот она рождалась сразу же из осознания всеми журналистами стандартов BBC, того, как функционирует западная журналистика. Этого не было. С этого начинали уже те, кто начал работать в какой-то момент с западными, прежде всего, изданиями, такими как там Reuters, там Guardian, это вот Юлия Мостовая, Александр Ткаченко, Микола Вересень, да, с BBC, Андрей Куликов. То есть журналисты, которые знали английский язык, они имели преимущество. Основная часть журналистов на тот момент все-таки была не знакома с этими стандартами. Они не знали, как развивается и функционирует западная журналистика. Всеми нами больше двигало именно желание отойти от советской пропаганды, говорить правду. Ну, наверное, было понимание того, что должно быть несколько точек зрения, но оно рождалось по ходу. Причем интересно, что просто мои друзья и коллеги работали, допустим, вот Лариса Ившина, которая сейчас главный редактор газеты «День», она работала в прапоре коммунизма, то есть такая партийная, да, газета, но в общении с ней я понимала, что там тоже был такой уже вот в начале 90-х такой анклав журналистов, которые тоже были одержимы вот этими идеями отхода от советской пропаганды. Точно так же «Вечерний Киев», который тогда взлетел до невероятных тиражей. И все это было благодаря тому, что они начали говорить намного больше, чем могла позволить себе советская журналистика. Конечно, я думаю, что начало уже такой несоветской журналистики положили «Киевские ведомости», которые были созданы Сергеем Кичигиным где-то летом 92 года. Там редактором отдела стала моя близкая подруга, однокурсница, редактором отдела культуры. И я просто, будучи в декрете, начала писать о кино для этой газеты, поскольку я до этого работала в киноредакции телевидения и знала от и до всю подноготную именно этой отрасли. И вот «Киевские ведомости», они сейчас, конечно, с этой точки зрения, когда ты уже смотришь с нашей точки зрения, понимание, что и как функционирует в мировой журналистике, ты понимаешь, что это было такое полутаблоидное издание, да, потому что, ну вот, например, первый номер вышел с, я, по-моему, это даже было на обложке, с такого, ну, полуразоблачительного желтого материала, который рассказывал о том, что председатель тогдашнего гостелерадио Николай Ахмакевич там на какой-то, по-моему, праздник, то ли, не помню уже, там какой-то журналистки, что ли, там поехал где-то, была поездка сотрудников гостелерадио на каком-то корабле, и там сфотографировали его там, ну, видно, ну, просто он там как-то там немножко фривольно, может быть, были позы у него и у одной известной телеведущей, да. Но это все подали чуть ли там не какой-то роман, ну, просто вот в лучших традициях таблоидной журналистики, когда папарацци что-то схватили, да. Но это было, конечно, что-то совершенно новое для украинской аудитории, поэтому были сумасшедшие тиражи сразу у «Киевских ведомостей», и она очень хорошо развивалась, безусловно. И именно «Киевские ведомости» заложили основы некоторых жанров, как желтой журналистики таблоидной, так и, допустим, расследовательской журналистики. Потому что я думаю, что все-таки отцами расследовательской журналистики в Украине это были Александр Ильченко и Саша Корчинский, и Леонид Фросевич. Прежде всего, криминальная. То есть у них была такая, прежде всего, криминальная тематика, но именно с расследовательским уклоном. Опять-таки, я не помню за все время работы в «Киевских ведомостях», там это вот было с 92 по 95 год, чтобы мы когда-нибудь вспоминали о каких-то журналистских стандартах, да, при том, что там работал сильнейший отдел политики,
которую возглавила вот Лариса Ившина, перешедшая из прапора коммунизма. Там работала Юлия Мостовая, там работал Сергей Рахманин, там работала Наталья Ищенко, там работал, кстати, Володя Кацман, который сейчас известен совсем другим, да, не журналистом. Но это был звездный абсолютно отдел политической журналистики. Но, конечно же, они по наитию делали правильную на тот момент политическую журналистику. Ну, точно так же и в отделе культуры тоже выросли несколько известных журналистов, и Аня Шерман, и Анна Шеремет, и Саша Ягольник, который был зачинателем жанра музыкальной критики и музыкальной журналистики и продюсирования тоже в Украине. И это было такое очень интересное время, потому что параллельно вот в «Киевских ведомостях» это была одна как бы стезя, которая в итоге выродилась в такую таблоидно-частную журналистику, да, и уже где-то там это были зачатки, наверное, олигархической журналистики. А с другой стороны, формировался Интерньюс Украина, был сформирован на донорские деньги, ну, американской, прежде всего, организации, где, собственно говоря, зарождалась журналистика именно стандартов. То есть вот они начали с тренингов, был Николай Княжицкий, да, начинал это все. Они сотрудничали тоже там с Унианом, который тогда, которым руководил Сергей Набока, там участвовал. И в какой-то момент там появился Георгий Гангадзе, сейчас возглавляющий Интерньюс Константин Квурт. Это были в основном львовские журналисты. Вторая стезя, вот, которая была узлом зарождения именно журналистики западного образца, это был Интерньюс. Вне зависимости от какой-то той коммерческой стези, которая, да, положила основу «Киевские ведомости». Причем характерно, что «Киевские ведомости» быстро потом разделились на «Киевские ведомости» и «Всеукраинские ведомости», которые, поскольку Кичигин уволил в какой-то момент Александра Швеца, и Александр Швец на, опять-таки, частные деньги создал «Всеукраинские ведомости». И как раз Дмитрий Гордон начинал у Александра Швеца. И вот, опять-таки, это тоже был уклон в таблоидную журналистику, потому что вот тогда именно зародились вот эти все экстрасенсы. Дмитрий Гордон начал активно ездить с ними, освещать их там всякие туры, да. Появились у него много материалов про экстрасенсов в сразу всеукраинских ведомостях. Потом был создан «Бульвар Гордона». И это была газета с таблоидного типа абсолютно, где с одной стороны были звезды, с другой стороны экстрасенсы. А до этого это еще зародилось, в принципе, в советское время, когда еще на советском телевидении, вот уже во время перестройки, Валентин Щербачев начал снимать Кашпировского. Да? То есть тогда вот первый сеанс Кашпировского, его, когда он делал операцию с женщиной, по-моему, в Ереване она была, или в Тбилиси, я вот не помню точно. Но это было, вот, происходило в телестудии на Крещатике 26. И мы, тогда работники этого УТ-1, мы, сгрудившись там, все смотрели в эту аппаратную, да, где происходила эта вся запись. То есть вот такие две канвы. Ну и затем это все вылилось в то, что где-то в 95-м, по-моему, году Александр Роднянский создал 1+1, а Александр Зинченко создал Интер. Вот на этих каналах, конечно, зарождалась уже именно коммерческая журналистика, которая была связана с, опять-таки, на тот момент желанием делать что-то новое, делать совершенно отличное от советской журналистики, от пропаганды. Но постепенно, где-то там уже, начиная с 97 года, они начали испытывать давление, так или иначе, ну, собственников, да. Таким образом, журналисты украинские эволюционировали, по сути,
того, что в начале 90-х они по наитию уходили от советской журналистики, что означало, в принципе, шаг вперед огромный к пониманию того, что журналистика – это не пропаганда, а журналистика – это журналисты – это те, кто служат обществу, прежде всего, артикулируют его потребности, да, и защищают его интересы перед сильными мира сего, перед властью, прежде всего. Приходило понимание того, что недопустима цензура власти. Приходило понимание, благодаря Интерньюзу, прежде всего, что существуют какие-то стандарты журналистики. С другой стороны, где-то начиная с 96-97 года, когда еще победил уже на президентских выборах Кучма и появился здесь в Киеве Павел Лазаренко, появилось вот это стремление власти, которое в переходный период от Советского Союза к независимой Украине, ну, опустило вожжи, да, и там был только прецедент попытки Кравчука Леонида закрыть оппозиционный к нему в то время Гравис, который поддерживал на президентских выборах 94 года Кучму как раз. Вот, но, в принципе, власть тогда особо еще не вмешивалась в то, что происходило в газетах, на телевидении. А где-то вот с 96-97 года она начала потихоньку прибирать к рукам, прежде всего, телевидение, затем прессу. И вот в 96 году родилась газета «День». Она была близка к Евгению Марчуку, который на тот момент был уволен с поста премьер-министра с формулировкой «за формирование своего политического имиджа». Ну и было понятно, что Кучма, очевидно, испугался какой-то растущей популярности, может быть, как премьера его. Ну, я не могу судить обо всех причинах. Но это послужило поводом для того, чтобы Марчук захотел создать газету, которая где-то с 98 года, с парламентских выборов, стала жестко оппозиционной к правящей власти, Кучме. А я вот в 97 году пришла в эту газету, я пришла в эту газету в день в 96 году, когда ее еще возглавлял Рубан, а в 97 году ее возглавила Лариса Ившина, которая была пресс-секретарем Евгения Марчука на тот момент. И, собственно говоря, газета была жестко оппозиционной к власти. Опять-таки, пока что ни о каких стандартах, еще также в газете «День» не шла речь. Мы просто были оппозиционными, да, и все были одержимы идеей, опять-таки, говорить правду, говорить о том, что неправильно делает власть, противостоять каким-то образом власти в своих статьях. Но это были очень часто такие, даже, как я сейчас понимаю, несбалансированные, такие даже хейтерства иногда было, да, в статьях Татьяны Коробовой, которая тогда была звезда политической журналистики. И газета «День» были такими форпостами вместе с «Зеркалом недели», которое было создано семьей Мостовых в 95 году, журналистики правды, скажем так, да, то есть это не была журналистика стандартов, но это была журналистика правды. Газета «День» была жестко оппозиционной, «Зеркало недели» было более такой сбалансированной, тем более, что Юлия Мостовая была в гражданском браке с Александром Разумковым, который был советником Леонида Кучмы. Но надо отдать должное, что она была достаточно независимой, но она не была оппозиционной. Да? Газета «День» была такой жесткой оппозицией. И где-то вот с 97 года, когда я начала вести эту колонку телекритическую, и до убийства Гии Гангадзе в 2000 году, журналистика Украины развивалась вот в этих же параметрах оппозиции к власти или уже постепенного попадания под ее влияние. В то же время
были многие те, кто и в каких-то уже частных, на частных телеканалах или на государственном телеканале, который тогда полностью попал под власть уже Кучмы, но было понимание, что надо делать какие-то современные форматы, но в то же время зависимость уже была. И там был такой интересный эпизод, что где-то в 97-м, по-моему, году Николай Княжицкий на какой-то момент был назначен Леонидом Кучмой главой гостелерадио УССР, побыл несколько месяцев, и его сняли. И как раз Николай Княжицкий приглашал меня, я тогда работала в газете «День», приглашал меня одним из своих замов. И пока я думала, уходить ли мне из газеты «День», его успели назначить и уволить. Я не успела перейти, осталась в газете «День». И вплоть до президентских выборов 99 года я работала в этой газете. И пока в первом туре не проиграл Евгений Марчук Леониду Кучме, газета «День» оставалась жестко оппозиционной. И вот был интересный очень момент, когда в 99 году произошел первый тур, в него, президентских выборах, в него вышли Леонид Кучма и Петр Симоненко, как, собственно говоря, политтехнологи Кучмы и рассчитывали. Разыгрывалась схема, которая была разыграна до этого в России, Ельцин-Зюганов, то есть типа прогрессивный президент против коммуниста Зюганова. У нас был разыгран такой же, такая же схема. Леонид Кучма вроде бы прогрессивный и коммунист Симоненко. Им мешала Каневская четверка, в которую входил тогда Евгений Марчук. Но там были свои какие-то тоже схемы. Но после первого тура вот состоялось первое ток-шоу про образ тех ток-шоу, которые потом появились в Украине, потому что до этого была программа «Эпицентр Пиховшика», и вы знаете все эту программу по кадрам с Геи Гангадзе, да, когда была попытка тоже сделать вид, что это свободная журналистика, что журналисты могут задавать свободные вопросы, в том числе и президенту, но все равно это была все-таки контролируемая журналистика, да, и в момент, когда прошло одно ток-шоу с участием Леонида Кучмы, которое провел Пиховшик, и что-то не понравилось Кучме, и должно было быть второе ток-шоу, и когда Пиховшик уже ехал в студию, ему позвонили и сказали, что ток-шоу не будет. Ну, они тогда сказали, что это будет, что у него там гипертонический криз, и ток-шоу поэтому не выйдет. Но на самом деле, конечно, это было просто давление власти. Но вот состоялась ночь выборов после первого тура, когда опять-таки, поскольку уже все главное произошло, уже первый тур состоялся и вышли Петр Симоненко и Леонид Кучма, и разрешили вроде бы опять-таки открыть шлюзы. Я тогда написала статью об этом ток-шоу, где вроде бы опять-таки была вся оппозиция, Евгению Марчуку дали сказать слово, Александру Морозу, который тогда был в оппозиции, вели тогда ток-шоу несколько человек, в том числе Виталий Портников и Микола Вересень, но и это ток-шоу было контролируемым. Его создавала 1+1 вместе с командой Николая Княжицкого, его пригласила просто 1+1. Но у меня были свои источники на канале 1+1, и они меня предупредили заранее, что ток-шоу будет сделано в лучших традициях свободной журналистики, но на самом деле целью будет все равно так его выстроить драматургию, что оппозиция будет выглядеть глупой, да, слабой, а Кучма будет выглядеть вау, там, настоящий такой сильный президент, и демократический. Благодаря тому, что я уже знала какую-то подноготную, я написала критическую статью об этом ток-шоу,
похвалив, что на самом деле, ну, была оппозиция там присутствовала, да, за многие несколько месяцев отсутствия ее на центральных телеканалах. Но, тем не менее, мы все понимали, что оно все-таки было срежиссировано, драматургия была определенным образом. И тогда Валентина Руденко, которая была пиарщиком Александра Роднянского, она тогда прочитала мою статью, а мы в ней были, с ней были в дружеских отношениях, она мне тогда позвонила и сказала: «Ты написала все правильно, только зачем тебе это нужно?» Ну, то есть нужно понимать, что большая часть журналистов, даже очень продвинутых журналистов, все равно в тот момент они соглашались играть по правилам, которые им диктовала все равно власть, да, так или иначе. То есть полностью независимой журналистики уже начиная где-то с 96-97 года в Украине практически не было. Ну, то есть были вот какие-то анклавы или оппозиционной журналистики, да, или, ну, или вот «Зеркало недели», которая старалась, пыталась держать какой-то баланс. Что касается вот первого такого объединения журналистов, то оно, наверное, состоялось все-таки вот в 2000 году, когда произошло исчезновение, сразу сначала исчезновение, мы не знали, что был убит Гия Гангадзе, да, вокруг вот, вот этих событий исчезновения и убийства в Украине произошло первое объединение усилий журналистов в попытках, ну, такой акции уже, да, тогда было «Знайдите журналиста Гангадзе», это пошло на все телеканалы, даже был разработан такой баннер, и вот журналистская спільнота тогда впервые объединилась, была акция в Верховной Раде, когда там сброшены были вниз из журналистской ложи листовки. Но опять-таки, все не так просто, потому что, насколько мне позволяет судить мое общение с некоторыми участниками этой акции, то, вернее, этих нескольких акций, там тоже участвовали несколько сил. С одной стороны, принимали участие просто журналисты, с другой стороны, принимала участие, конечно же, оппозиция и поддерживала партия «Реформы и порядок» Пинзеника, пресс-секретарем которой была Мирослава Гангадзе, жена Георгия Гангадзе. С другой стороны, некоторые мои общения с некоторыми людьми позволили мне потом понять, что какую-то роль там все-таки играли и люди, близкие к СДПУ. И я думаю, что вот то, что на 1+1 очень активно появились баннеры тогда «Знайдите Георгия Гангадзе», не в последнюю очередь могло быть связано. Это моя версия, у меня нет доказательств. Но было связано с тем, что к 1+1 тогда было близко СДПУО, а оно все-таки было заинтересовано в расшатывании ситуации тогда в стране. И вот та версия, которая сейчас существует у многих, и в частности у адвоката Мирослава Гангадзе, что все, что происходило с убийством Гангадзе и далее, возможно, было инспирировано ФСБ российским, то есть оно вот какими-то моими общениями с некоторыми людьми на тот момент, ну, коррелирует, да, то есть там был такой момент, когда с одним из своих знакомых, который принимал очень активное участие вот в всех этих акциях, потому чтобы найти, узнать, что произошло с Гией, был такой момент, когда я позвонила этому человеку и спросила у него, идешь ли ты завтра на акцию, которая должна была проходить где-то на Майдане, по-моему, и которую организовывала как раз с помощью партии «Реформа и порядок», ну, Мирося Гангадзе прежде всего. На что он мне сказал, он был так немножко подвыпившим, он сказал: «Ну, это не мы не организовываем, я не пойду». А этот человек был близок к СДПУО. Второе объединение состоялось, когда
В 2001 году была создана комиссия по журналистской этике. Родилась она очень интересно. Была Ирина Чемерис, жена Владимира Чемериса, участника революции на Граните студенческой. И она работала с Николаем Княжицким, и в какой-то момент она ушла потом. В 2000 году было создано телевидение CTV Виктора Пинчука. И во время вот исчезновения Георгия Гангадзе тогда появились эти три политтехнолога: Дмитрий Киселев, Дмитрий Куликов и Николай Княжицкий. Тогда делали программы, опять-таки, якобы свободные, да, когда допускали оппозицию, но все драматургия выстраивалась таким образом, чтобы оппозиция опять была полными идиотами, а Кучма был правильный, да, и он не замешан в убийстве Георгия Гангадзе. И Ирина тогда ушла, и должны были происходить опять какие-то очередные парламентские, по-моему, выборы. И она пришла ко мне с идеей, что нужно создавать какое-то движение журналистов за честные выборы. И вот она пришла с идеей комиссии по журналистской этике. Мне эта идея очень понравилась, но мы понимали, что возглавить такую комиссию по журналистской этике должен кто-то, ну, кто пользуется доверием всех журналистов украинских, да. И мы тогда пришли в Хартию 4, которая была создана Юлией Мостовой, Владимиром Мостовым, Тарасом Кузьмовым, Миколой Вереснем, Александром Кривенко тогда еще живым, и предложили эту идею. И они сразу, она им понравилась, и в какой-то момент был созван съезд журналистов со всей Украины, и на этом съезде была создана комиссия по журналистской этике, которая приняла, собственно, журналистский кодекс этики, который до сих пор существует, он там претерпевал какие-то модернизации, но, собственно говоря, это был первый в Украине созданный самими журналистами кодекс журналистской этики и комиссия журналистской этики, которая должна была стимулировать украинских журналистов соблюдать стандарты. Это был второй момент объединения, да? Третий момент объединения журналистов состоялся в 2002 году, когда появились темники и когда началось бурление на многих телеканалах по поводу этих темников, на частных телеканалах, на СТБ, на Тонисе, на 1+1. То есть журналисты не хотели работать по темникам. И родился такой стихийный процесс. В АП пришел Виктор Медведчук, кризисный менеджер к Леониду Кучме, главой администрации, возглавил информационный отдел Сергей Васильев. Тогда начались какие-то бурные дискуссии, и в октябре 2002 года все это вылилось в то, что собралась какая-то такая определенная масса журналистов, где-то около 50, которые в Доме кино на своем собрании приняли манифест против цензуры. Опять-таки это было журналистское объединение сугубо, но активно помогали все-таки и политики. Тогда Николай Томенко возглавлял, как представитель оппозиционной партии, возглавлял комитет Рады по свободе слова. И, в принципе, журналисты тогда работали в тесном все-таки сотрудничестве с политической оппозицией. Вот этот манифест мы приняли, по-моему, это где-то была пятница, начало октября 2002 года, а в субботу, на следующий день, уже состоялось собрание более 100 журналистов в Доме учителя, где хотели уже более широко заявить свой протест против цензуры темников. И там тоже был интересный момент. Мы ехали на это собрание, опять-таки, с Ирой Чемерис, и она вела машину, и она спрашивает меня, а должен был вести собрание Андрей Шевченко, который тогда с рядом журналистов ушли со своих каналов. Андрей Шевченко ушел с нового канала, Игорь Куляс тоже с нового канала, Роман Скрипин еще с какого-то канала. Тут несколько журналистов ушли в рамках протеста против темников со своих телеканалов.
И вот это собрание должен был вести Андрей Шевченко. И мы едем с Ирой и расспрашивают, какая цель нашего собрания. Я говорю, что ну, мы соберемся, наверное, мы, может, примем еще какое-то заявление. А она говорит, тогда уже была создана телекритика в 2001 году, и у нас уже была дискуссия, что делать дальше. Роман Скрыпин опубликовал статью «Так жить и не можно» одновременно в телекритике и в «Украинской правде». Телекритика написала статью о том, что на разных телеканалах сейчас происходят возмущения какие-то. Ну, то есть вот такая уже дискуссия велась, да, что делать, может создавать свой профсоюз и так далее. И вот в ходе этой поездки с Поздняков мы ехали до дома учителя, мы с Ирой вместе придумали идею, что надо создавать профсоюз и надо создавать страйком журналистский. В страйком пусть войдут звезды, которые будут таким публичным лицом протеста, да, а профсоюз, пусть войдут звезды и не звезды, но которые возьмут на себя оргработу по объединению журналистов. Мы приехали в дом учителя где-то минут за 20 до начала этого собрания, подошли к Андрею Шевченко, отозвали его в кафе, рассказали ему об этой идее, ему сразу это тоже понравилось, и он вот уже собрание повел в таком русле, да, то есть уже была повестка дня готовая. Мы сразу поставили несколько вопросов. Создание оргкомитета по созданию профсоюза, создание страйкома, куда вошли ряд журналистов, там звезды Мостовая и Сергей Рахманин. В оргкомитет по созданию профсоюза вошли там Глебовицкий, я, Ирина Чемерис. Было принято также обращение к президенту и Верховной Раде с рядом требований, чтобы олигархи не давили на свои ньюзрумы, чтобы власть прекратила давить на телеканалы, ну, то есть против цензуры еще одно тоже обращение. Единственное, чего не удалось принять, это требование уволить главу администрации Медведчука и Васильева как главу информационного отдела, то есть не хватило голосов. Но на все остальное было принято, было проголосовано. И потом в ноябре был создан Киевская незалежная медиапрофспілка. То есть вот благодаря этому объединению было создано уже, помимо комиссии журналистской этики, уже профсоюз, форма западная абсолютно, да, объединение журналистов за свои права, которая затем переросла еще уже всеукраинское объединение. Это был третий момент объединения. И четвертый момент объединения был в 2004 году, когда вот профсоюз как бы действовал, был создан Пятый канал, начались протесты в 2004 году, еще тоже больше против темников, в 2003 году. Но какого-то такого мощного движения и, может быть, ухода, заявления на телеканалах журналистов не было. Да? Многие возмущались, но тихо, все равно они выполняли эти темники. А почему? Потому что на момент создания в 2003 году Пятого канала Андрей Шевченко, который был избран в 2002 году главой профсоюза, он пошел на Пятый канал и был избран главой профсоюза Сергей Гусь из Днепродзержинска. И он не имел такого авторитета среди киевской тусовки. Да? То есть он ну, не мог работать кулуарно с журналистами киевскими. И вот в какой-то летом 2004 года ко мне позвонили Евгений Глебовицкий и кто-то еще, по-моему, Андрей Шевченко, и предложили встретиться. И мы встретились в офисе профсоюза несколько человек, вот Глебовицкий, Андрей Шевченко, Сергей Черненко, ныне покойный сотрудник телекритики, я, Андрей Шевченко, Егор Соболев и Сергей Гусь, который тогда возглавлял профсоюз. И начали решать, что делать, каким образом все-таки сделать так, чтобы журналисты открыто выступили против цензуры. И было решено после долгих уговоров, обсуждений, что Сергей Гусь, мы соберем съезд внеочередной профсоюза. Сергей Гусь добровольно сложит в себя полномочия главы Киевского профсоюза, займется созданием Всеукраинского профсоюза, а возглавит профсоюз Егор Соболев. Мы так наметили, решили, и нам удалось созвать этот внеочередной съезд –
провести это решение об уходе добровольном Сергея Гузя с главы КНП возглавил Егор Соболев, и он начал огромнейшую просто кулуарную работу с журналистами всех основных телеканалов по открытому протесту. Они встречались, как правило, в парке Шевченко, и это все вылилось в то, что вот в октябре 2004 года произошла журналистская революция. Где-то 40 с чем-то журналистов на ступеньках Униана открыто заявили о существовании цензуры на всех больших телеканалах. Это были представители всех телеканалов, крупных Интера, тогда там ОСТВ, нового телеканала. Единственное, кого там не было, это журналистов 1+1, потому что они хотели с более жестким заявлением выступить. И в итоге они не выступили среди этих 40 журналистов, а потом путем шантажа руководство 1+1 убедило журналистов 1+1 не выступать собственным заявлением. Ну, шантаж состоял в том, что Владимир Селетчик, который был тогда замом Александра Роднянского, сказал, что если они это сделают, то это будет угроза его жизни, то есть его убьют. И многие журналисты на это не пошли. И в знак протеста только 7 журналистов с 1+1 тогда уволились. Среди них Евгений Глебовицкий, Юлия Бориска, еще ряд там, Игорь Саревский. Еще 7 журналистов уволились тогда. Но в итоге получилось, что 1+1 не выступил, да, с заявлением. Но это был момент тоже объединения, и, конечно, журналистская революция считается предтечей оранжевой революции, которая состоялась тогда в ноябре, и потом в ноябре уже весь коллектив во главе с Роднянским, с Пиховшиком, со Селетчиком попросили прощения за то, что они неправильно, не сбалансированно, неправдиво освещали все происходившее в стране. И потом тоже вот парадоксальные вещи, когда в итоге их начали приглашать на сцену Майдана, и они на сцене Майдана начали говорить, что вот рвать на себе тельняшку, но все журналисты это понимали, что это как раз те журналисты, которые, ну, в какой-то момент дали слабинку, да, и не выступили, поддались на шантаж, ну, а некоторые, в принципе, просто выполняли за деньги в конвертах указания собственников, да, ну, парадоксальные вещи иногда происходили. Но это был тоже журналистская революция, вот, кстати, книга, потом телекритика тогдашняя, мы создали эту книжку о ней, где все подробно, все события это собраны. И еще одно объединение было журналистов уже в 2008-2009 году, оно было посвящено борьбе с джинсой. Но это были такие акции немногочисленные, просто было правильное движение, да. Ну а самое мощное уже после журналистской революции было в 2010 году, когда была создана стоп-цензура. Опять-таки, там интересная история, когда пришел Коломойский, стал владельцем 1+1, появилась цензура на канале, и ряд журналистов 1+1 заявили протест против цензуры, их поддержали журналисты телеканала СТБ. И опять-таки собралась несколько могучая такая кучка. Александр Чекмышев, Виктория Сюмар, я, Олег Рыбачук, кстати, еще несколько журналистов. И мы начали решать, что делать. И помню, в кафе где-то на Тараса Шевченко бульваре. И вот родилась идея, что собрать такое собрание в Киево-Могилянке, как раз тогда должна была, Тарас Петров еще был, как раз должна была быть какая-то конференция быть в Могилянке журналистская, и, воспользовавшись этим, создать движение «Стоп-цензуре». Вот родилось это Мустафа Наем, Сергей Лещенко, родилось это название, и мы тогда собрались в Могилянке, вели собрание тогда и я, и Сюмара Вика, и Тарас Шевченко, и Мустафа Наем. И опять-таки приняли манифест против цензуры и создали это движение. Дарка Чепак тогда, кстати, была. А вот Савик Шустер тогда не приехал. Все время мы ему звонили, он все время обещал приехать, но не приехал. Но тогда вот создали где-то 100 журналистов. Во-первых, создали этот манифест. Во-вторых,
создали само движение стоп-цензуры, которое сыграло очень большую роль вплоть до 2014 года, боролось против режима Януковича, всячески защищая свободу слова. И это было, опять-таки, неформальное движение без создания какого-то юридического лица. Его моторчиками, конечно, были Мустафа Наем, Сергей Лещенко, еще ряд журналистов. Было проведено много акций, многое было сделано. И это, вот, собственно говоря, самое мощное движение, которое на сей момент было среди журналистов украинских. Да, вот после 2015 года стоп-цензуры сошла потихоньку на нет по ряду объективных обстоятельств. Сейчас, где-то в 2018 году, был создан медиарух, который объединил более 70 журналистов и журналистских коллективов, тоже с лозунгом «За стандарты, за честные выборы», преддверии выборов 2019 года. Но сказать, что мы смогли добиться того, чтобы все журналисты были одержимы идеей соблюдения стандартов в своей работе, пока не приходится. То есть история украинской журналистики показывает, что журналисты способны объединяться против очень жесткой цензуры собственников, были до какого-то момента, но они не готовы объединяться на каких-то позитивных основаниях. Да, вот сейчас, когда нужно объединяться вокруг того, чтобы каким-то образом противостоять дезинформации, которую несут против себя, несут в себе олигархические СМИ и пророссийские СМИ за стандарты. Вот пока у нас объединиться в таком движении не удается, зато удается очень хорошо пророссийским пропагандистам, да, создавать свои квази-журналистские объединения под видом борьбы за свободу слова. И это сейчас самый большой вызов и самая большая опасность, потому что пока что на данный момент прогрессивным журналистам, демократическим журналистам, они разбросаны по ряду независимых изданий, в олигархических СМИ исчезли уже ядра таких журналистских бунтовщиков, которые готовы были бы выступать за соблюдение стандартов в своих коллективах, а в основном все под козырек берут, да, а сил у независимой журналистики пока что не хватает для того, чтобы создать действительно мощное, новое какое-то журналистское объединение. И, собственно говоря, мы сейчас считаем это своей задачей, чтобы все-таки медиарух сейчас модернизировать и предложить новую визию и объединить вокруг себя всех журналистов, которые готовы работать как журналисты, а не пророссийские пропагандисты.